Добрый день, дорогие зрители канала «Пожениты». Это Омская область, с вами я и ведущий Влад. Сегодня я нахожусь в городе Омске, нахожусь за театром. Вот сейчас можно будет услышать вечерний звон. Короче, сегодня появилась уникальная возможность у меня познакомиться вживую со знаменитым блогером, с Володей Сбеловым. Он ведет канал «Деревня Оконёва». Сейчас он находится на курсах повышения квалификации. Сейчас у него закончили занятия, и он подойдет, мы с ним поговорим, познакомимся вживую. Вживую это гораздо интереснее, чем просто смотреть друг на друга на экране. Не туда я подъехал, сейчас переехал на другое место. Короче, я его вижу. О, он идет, сходи сюда. Здорово! Здорово, мужик! Ты кто такой будешь? Я буду поженит. Пошли, тут шумно сильно. На солнце. Слушай, мне это... Тут вживую общаться гораздо интереснее, чем видеть друг друга на камере. Пошли на это самое, значит, там, где поменьше... Съемка пошла? Съемка пошла. Люди, люди сбоку. Стоящие, да? Сидящие, скажут, кто это такие дураки снимают? Да, дурака, да. Так, у меня-то вопрос такой, сразу, ага. Сразу по делу, деловой. Да. Ты еще сколько будешь это самое на занятиях тут? Короче, я завтра уезжаю, наверное. У тебя последняя ночь только? Да, последняя ночь. Ёлки, да. Ну я тебе подарок приготовил, пусть он будет поздно, но у тебя еще есть возможность им воспользоваться. Держи. Это пинжак для Володи. На, он тебе пригодится. Я не знаю, должен подойти размер. Там сообразишь. Че? Спасибо. Спасибо. Дареному коню в зубы не смотрят. Елене Степановне покажешь, скажешь, что все нормально в целости и сохранности. Ну, там один раз воспользовался. Это не в счет. Хорошо. Ты без подарка как-то неудобно было прийти? Ну да. Рассказывай, как городская жизнь? А что городская жизнь? Знаешь, вот хожу с камерой. Сейчас даже хожу. Кто-то там смотрит, показывает там что-то это. Я живу на набережной, там недалеко. Я так понял. О, пройдешься сразу же, а то сидит на набережной, мужик с камерой разговаривает, женщина мимо ходит. Естественно, какой-то подозрительный тип. Что он там... Ну, я знаю, что ты натурал бы. Не до такой же степени. Ну, короче, вот так у нас маленькие люди еще немножко как-то с недоверием относятся к этому. Может быть, Омск так... Ну, думаю, что все будет хорошо. Омск развивается стремительно. Кто-то скажет не так. А вы напишите, поправьте нас в комментариях, как нужно делать и что нужно... Ну вот я со многими общаюсь, но скажу, что у нас YouTube развит очень слабо. Я вот посмотрел, Москва, Подмосковье, там у каждого второго, у каждого третьего свой канал, практически смотреть особо нечего, им показать нечего. Ну там свои дачи показывают. А конкретную живую жизнь я там не заметил, не увидел. У нас не дошло еще эта цивилизация. Вот единицы, я вам скажу честно, что из блогеров единицы. Ну, может быть, я не знаю почему. Омск, кто-то, возможности, может быть, не такие, не сильно большие. Возможно, там что-то, климатические факторы какие-то влияют, что-то еще. Тут надо комплексно рассказывать, подходить. Ну, дело не в том, главное, чтобы люди встречались, да, делали вживую, коллаборации, да. Как вы сейчас это называется, встреча, коллаборация. Когда один с другим вот так вот. Блогеры сотрудничают и вот встречаются, так что вот так. Я вот с Димоном встречался, молодец, мне понравился. Он создает имидж, такое впечатление там загнанного алкаша, а на самом деле вот семья Белкиных нормальные люди. Просто у них такой образ. Для того, чтобы, я так понял, для того, чтобы, значит, их смотрели, их воспринимали, пусть, значит, образ этот не совсем положительный, иногда даже получается отрицательный, но тем не менее, для его имиджа, для просмотра, это нормально. Но у нас образ нормальных людей, с традиционной ориентацией. А знаешь, честно скажу, вот живу в городе, в
квартире пока нахожусь один, вот сегодня там батя у меня приехал, и как-то непривычный я. Среди ночи соскакиваю с кровати. Ух, что такое? Оказывается, сверху кто-то сходил в туалет. И это вода шумит, ванну набрали, все шумит. Как-то вот это, знаешь, непривычно. Вот мне сразу это в глаза бросилось. Сидит на скамейке, разговаривает с камерой и назад оглядывается, что ты ёк, чтобы кто-то не подошел, кто-то не посмотрел бы. В глаза сразу бросается, что... Ну, на камерах мы выглядим гораздо старше своего возраста. И тебя дедушка обзывает, меня дедушка обзывает. Ну, елки-палки. У меня дети взрослые, но пока не дошел этого возраста до дедушки. До дедушки. Да, не дошел. Хотя старшему 30 лет, а ты знаешь, ни семьи, значит, никого, ничего. Все заняты, молодежь занята зарабатыванием денег. И все. Есть там подружки, значит, встречаются, но семьи как таковой нет. Хотя и транспорт есть, и жилье есть, и все есть. А, ну, изменилось время, что ли, или взгляды изменились на жизнь. Как у вас хозяйство? Трактора ходят? Ходят, да. Коровы дуются? Дуются, да. Один трактор вот у меня на посевной работает, не вижу его неделями. Я-то сейчас тоже приеду, надо будет ремонтировать. Вывозил, когда мусор, и все нормально. Через два дня выхожу, колесо пустое, спущено переднее. Вот сейчас приеду. Ну это же техника, ей свойственно ломаться. Ну где-то проколол. Так что... ты пешком сейчас или занятия пешком? Я, когда были занятия в колледже культуры на 30-й Северной, я ездил на машине, потому что прямого автобуса нет, надо было идти пешком или пересаживаться. Я ездил на машине. Ну а сейчас что тут, от каскада две или три остановки. Да это пешком пройтись интересно. Ну, да? Я тут доеду до сюда, а здесь пешком пройдусь вечером. Скажу, да главное, чтобы ночью не выходил на улицу. А что ночью? Ну, ночью город есть город. Тут понятно, что центр. Тут нормально, спокойно. А окраины города, они по ночам небезопасны. Я ему сейчас покажу, где я в данный момент проживаю. Во время командировки, да. Так что вот так. Время у нас ограничено. Будет маленько темновато, так что, друзья мои, сильно нас не ругайте, то, что мы с темными лицами идем. У тебя на той стороне машина? Ну, на той стороне, ну. А. Сейчас подойдем, тогда перейдем. Хорошо. Так, ну что, когда пойдем в музыкальный театр? Смотреть, бросить их коров, ультра брось. Ты знаешь, даже загадывать не могу. Понятно. Ну что, хорошо. Да, Омск последние несколько лет стремительно строится. Новые дома. Сейчас же готовится к саммиту. Я обратил внимание, что все чистится, моется, края красится, дороги асфальтируются. Забросили наши районные дороги и все деньги кинули на то, чтобы Омск исправить. Да, точно. Ну что, это хорошо, когда город получит хорошие дороги, так что все будет хорошо. Ладно, заканчиваем свой репортаж. С Володей мы познакомились, было очень интересно. Мы, наверное, больше часа разговаривали на житейские наши темы, такие блогерские. Но много-много чего нового узнал, интересного. Так, а что тут нового узнал? Мало времени. Пошли потихоньку. Поговорили. Так что... Так у тебя что, машина с новосибирскими номерами? Да. Езди и так. Машину вот. Номера не показывай. А что? Ну. Не буду, ладно. Ладно, кому было интересно, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь. Ставьте много лайки, либо дизлайки. Мы будем дальше встречаться в живой жизни, в реальной. Рассказывать о всех происходящих событиях у нас. Среди лета поедем в гости друг к другу и обязательно снимем интересные видео. Не забудьте нажать на колокольчик. Всем пока!